Доброе утро, Вьетнам! Давайте поднимаемся и завтракаем. Привет, ребят! Странно, у нас доброе утро в час ночи, но так как у нас теперь очень хорошая кровать, они очень быстро высыпаются и на самом деле уже в час ночи начинают просто тратить время. И я такой, зачем тратить время, если можно не тратить время? Правильно? Поэтому суббота, когда все привыкли вялиться и лежать в кровати до обеда, наша семья будет подниматься и улучшаться. Кто-то будет продолжать работать над домом, кто-то будет продолжать работать над характером, кто-то будет выполнять заданные цели. А еще знаете, что я подумал? Самара очень часто сидит или просто развлекается, и как бы никакого развития в ее жизни больше не происходит. И я думаю, может быть, начнем ей карьеру? Что если нам триумфально вернуться в кулинарию сейчас, когда у нее уже хороший навык, есть все нужное, чтобы прокачиваться и улучшаться? О, Аня проснулась. Здорово. Давайте глянем, что у нас есть. Я сейчас не хочу отправлять ее и быть актрисой, или, допустим, детективом или доктором. Ну, доктора нужно отыгрывать, мне кажется. Начинать чуть раньше, готовить ее к этой профессии. Нельзя просто так залететь в эту карьеру, когда у тебя нет навыка, нет ничего. Бизнес. Вот, кстати, возможно. Законодательница стиля. Не знаю, играли ли вы в это или нет. Я пытался, по-моему, но у меня как-то... Я не понял, что там надо делать на самом деле. Может быть... Так как она у нас очень хорошо воспитывает Аню, сделать ей карьеру преподавателя. Ну, знаете, во что идут вполне обеспеченные девушки, которые хотят работать, чтобы не сидеть дома. Ну, такое бывает, действительно. И я знаю, что у нас, например, лично у меня в универе преподавали такие люди, которые просто любили это делать. Может быть, действительно пойти в преподавание? В общем-то, я пока не буду начинать никакую из карьер. Подожду ваших предложений. Мне было бы интересно послушать вас. Да и в целом хотелось бы узнать вашу реакцию просто на происходящее, потому что я вижу, что люди начинают смотреть, люди начинают подтягиваться. Я что-то рассказываю, но... О, навык творчества повышен. Но при этом лайкать вы почему-то забываете. Я как бы не настаиваю, делайте так, как вам хочется, но вы очень сильно поможете мне, если не забудете... лайкнуть этот видос, если он вам естественно понравился. И вообще, в принципе, если вам нравится видео... Лайкните, это действительно мне поможет. Если не нравится, то, конечно, можете написать, что вам не нравится. Я прислушиваюсь к людям и, например, как я уже говорил, Аня называется Аня, потому что мне предложили это. У нас сейчас не такой большой движ, чтобы я не успевал читать ваши комментарии или как-то реагировать на вашу деятельность. Мы здесь, в небольшой комнате, все вместе, делаем одну общую историю. Слушайте, уже за $14 она продает свои поделки. А еще знаете что? Выходные же. Погнали в парк. Мне кажется, ребенком можно познакомиться с другими детьми, выполнить вот эту небольшую задачу. Только надо сначала в игривое состояние ее привести. Но, по-моему, не так дети приводятся в игривое состояние. Зато так они становятся ответственнее. Знаете, что я сейчас отменил? Она захотела пойти и посмотреть фильм «Полуночная резня 3». Что за семейка? Посмотрим, понимает ли она комедийное шоу, может быть, это ее развеселит. Давай, чувак, развесели ребенка. Отлично, она понимает комедию. Отлично, она теперь очень игривая. Погнали в парк. Блин, самое надо было хотя бы книжку взять, а то и делать нечего, по сути, пока ребенок сейчас будет играть. Так, зачем она не выполняется? Она играет и играет. Это ведь то? Может быть, это гимнастический комплекс? Да, это был он. Ах да, погнали шахматами воспользуемся, раз уж у нас дома они не помещаются больше. А, холодно, наверное. Сорян. Вот так гораздо лучше. А это не ее разве первый выход, кстати, в город? А то как-то мы все играем внутри дома она иногда ходит в школу. И как бы первый раз получается в парке. А какие дети фиговые. Минус ответственность, вот это вот все. Ну что он делает, а? Лукас, нафига? О, это местные бомжи? По-моему, да. Немного фигово, кстати, в Sims, как мне кажется, что персонажи одни и те же. Хватит ругаться, эй. Так вот. Персонажи одни и те же ходят по всем городам. Вот смотрите, мы находимся в Новом Орлеане. Но вот этот вот человек, например, это какой-то то ли дипломат, то ли что-то такое из Нью-Йорка. Они живут в квартире, я точно это помню. А сейчас знаменитость из Лос-Анджелеса играет с бомжом в шахматы. То есть они все здесь перемешиваются. Было бы прикольно, если бы люди, которые живут в определенном районе, присутствовали только в этом районе. Это лично мое мнение. Человека, который пытается играть в реалистичность, разбивает все на районы и так далее. Ладно, знаете, погнали домой. Нам, кстати, от этого парка ровно в обратную сторону от того дома, в котором мы жили. Прям... Эх, ностальгия, ребят. Ну и кабинет как-то странно пока выглядит. Эй, ты куда? Занимайся. Она постоянно хочет уйти рисовать. Но нам нужно выполнить вот эту цель. 4 часа ее удержать.
Нет, ну вот почему? У меня же отключена свобода выбора. То есть пока я управляю каким-то из персонажей, у него не должно появляться свободных случайных действий. Вот, опять. И как нам это выполнить теперь? А, это просто нереально. Ладно, давайте заниматься творчеством пока, раз она так хочет. Почему она идет спать в 4 часа? А, просто вздремнуть. Окей. Да, еще раз, я довольно много проматываю, потому что мы просто улучшаем предметы в доме, развиваем Аню и хоть чем-нибудь занимаем Summer, которая не работает и толком ничем не занимается. Воспитывает Аню, конечно, но иногда Аня воспитывается сама или просто прокачивает какой-то навык, и поэтому вмешательство в Summer не требуется. А, кстати, видите, о чем я говорил? Что постепенно, занимаясь йогой, она будет становиться внимательнее, как человек. А иногда, кстати, может во время медитации прокачивать какой-то навык случайно. То есть, оп, и у нас навык поднялся, потому что во время медитации ей пришла в голову какая-то мысль. Либо она может получить какой-либо интересный мудлет по поводу того, что медитация ее или успокоила, или еще что-то в этом духе. То есть, в целом, это такая больше развлекательная мелочь. Она не влияет толком на геймплей, но если вам нечем занять персонажа, вы можете отправить его медитировать или заниматься йогой, и это даст немного мелких приколюх. Слушайте, а почему ванную не получается улучшить вообще никак? То есть, прям совсем. У нас ванная останется стандартной. То есть, смотрите, я тыкаю, оп. Он не может к ней подойти. А, он где-то здесь должен сидеть, наверное. Ну и ладно. В принципе, это лучшая ванна из возможных, поэтому не страшно, если она не будет улучшена по максимуму. Все еще кайфую от ванной комнаты. Вы как? Она опять дружится с монстром. Что сейчас будет делать? А, просто тянется. Нормально. Ну и пока какое-то время она боится спать из-за того, что под ее кроватью монстр. Давайте сыграем колыбельную для родителей, которые спят в соседней комнате. Отвратительно. О, уровень повышен. Да блин, дурацкое улучшение кровати. Смотрите, они легли. Сейчас 11 часов вечера. Тот момент, когда в принципе можно лечь спать. Summer уже выспалась. Ладно, давайте вставать, но нам все равно нужно будет что-то сделать с их режимом, чтобы они ложились хотя бы к полуночи и вставали с рассветом или около того, потому что, ну, сейчас это ненормально. Я бы сказал, что мы отправили Summer на пробежку с утра, но сейчас 00:30, а она уже выспалась и проснулась. Опять захочет спать в 8 вечера. Нет. Окей. А это нормально? Ребят, кто смотрит, в жизни так не будет, поэтому не повторяйте, пожалуйста. Аня узнала, что вы еще не лайкнули видос. Мне кажется, надо сделать. Естественно, только если вам понравилось. Просто не забываем про эту штуку, окей? Она как раз только что видела чудовище, поэтому давайте она нарисует чудовище. Посмотрим, ближе это будет к фотороботу или она у нас художественная особа. А еще уж простите, я не удержусь и сделаю еще одну небольшую татуху. Вот где-то была у меня такая мелочушечка, прям вообще. А может даже на шею. Нет, где-то была для шеи. Да, нормально. Посмотрим, как оно со всеми костюмами сочетается. И я думаю, давайте оставим. Да, однозначно нравится. Единственное, нужно, конечно, поменять внешний вид ее, потому что она выглядит довольно просто для того, сколько денег у них сейчас есть. Давайте будет что-то вот такое. Да, нормально. Желтые штуки есть, значит золото. Золото значит дорого-богато. И мы можем играть таким персонажем. Осталось на нее ковер повесить. Но это как-нибудь потом, ведь ковры делают все дорогим-богатым. Кстати, в видосе про моды я не рассказал про некоторые неудачные примеры, вроде вот таких. Знаете, когда скачиваешь и думаешь, е, будет классно, а там вот что-то такое. Ну, пусть автор старается, будет хорошо со временем, конечно, но вот это, конечно, как вы понимаете, просто никуда не годится. Кстати, чудовище из-под кровати можно опрыскать. Не знаю, вода это или серная кислота, но оно исчезает на какое-то время. Все. Победа. Ух ты, смотрите, сколько улучшений у посудомойки. Ее можно сделать тише, сделать быстрее, сделать прочнее и еще прочнее. Или что-то вроде того, не знаю. Но внезапно посудомойка один из самых улучшаемых предметов. Кстати, если у вас нет посудомойки в реальной жизни, это одна из тех покупок, которые вы обязательно должны сделать. Вот так вот, да, смотришь прохождение Sims, а тебе советуют посудомойку купить. Ха! Не знаю, слышите вы, нет? Звуки. Ужасные, отвратительные звуки. Где-то здесь.
А, все понятно. Когда-нибудь у тебя получится. Придет время. Прикиньте, она станет просто великой скрипачкой. Ну, как мы понимаем, не сегодня. Еще практика и практика. По-моему, это работает так. Смотрите, у нас прокачивается творческая способность. Она прокачается до 10 уровня. И дальше прокачиваться будет уже отдельно скрипка. То есть вот эти 4 навыка, они включают в себя очень много всего. Творческие способности включают музыкальные инструменты, рисование. Интеллект включает в себя логику и прочие такие вот штуки. И поздравляю, мы дали ей новую черту характера. Она теперь творчески одарена. Осталось физически ее одарить и интеллектуально одарить. По поводу общения, как вы видите, я не особо общаюсь в Sims, не особо тусю со соседями. И мы будем в основном делать истории, не особо завязанные на обществе. Так что все вот эти вот задачи мы пока проигнорируем. Она с каждым разом ставит скрипку все дальше от того места, которое мы изначально определили для скрипки. Это какие-то знаки или что она хочет сказать? Да, что касается общения, все-таки давайте его прокачаем. Ну, прокачать-то мы обязательно прокачаем его именно до десятки. Но вот сейчас, на выходных, займемся этим. Всем остальным можем заняться после школы. Оп, сейчас будет еще плюсик к манерам. Две главные черты, как видите, мы прокачиваем. Контроль над эмоциями. Когда будет подростком, тогда и прокачает. И да, смотрите, как работает прокачка этих черт характера. Видите вот эти темные зоны? Если полоска зеленая либо красная зайдет в эти зоны, ребенок как бы получит черту характера, но она не закрепится за ним, пока он не станет взрослым. То есть нам нужно держать в этой зоне ответственности. Блин, она не хочет ничего делать на компе. Все, сиди, делай, развивайся, пока я рассказываю про навыки, которые ты развиваешь. Вот, и у нас... Да что ж такое? Эй, нет, 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 вот. И если у нас ответственность находится здесь, мы должны... Да, нет, это невозможно. Но ей уже не надо рисовать, она постоянно хочет рисовать. Творческие способности прокачаны максимально. Мы уже получили творческую одаренность. Погнали тогда зелье создавать. Так, блин, вот. Смотрите, если ответственность заходит в зеленую зону, персонаж при взрослении получит эту черту. Но он должен повзрослеть, имея... эту полоску вот здесь, в темной зоне. Если она даже перед днем рождения, даже перед моментом взросления почему-то упадет ниже, то черту мы не получим, сколько бы во время детства она не находилась вот тут, в зоне, где мы должны получить черту. Али ему прислали какое-то криповое сообщение, и его может вырвать. О да, это произошло. Зато теперь он уверенный. Класс! Ну, в итоге они все собрались потусить в ее комнате. Ладно, тогда давайте развивать навык общения. И они тут же ушли. Никто не хочет развивать навыки в этой семье. Что ж такое? О, она, кстати, сама решила смешать коктейли. Понятно, почему в кулинарии не получилось. Каждый раз шторы забываю повесить. Надо сделать это сейчас. Да, помните, я советовал вам вот эти вот наборы? Я говорил о них в ролике про моды. Вот. Шикарные шторы, ну, согласитесь? Нет, слишком мрачно. Я передумал. Они не слишком шикарные. Они для другого типа домов, наверное. Потому что сейчас, видите, они перекрывают кровать. Ладно, будет так. Так даже как-то прикольнее. Не знаю, живее что ли. Давайте, может быть, здесь их сделаем лучше. Вот так, немного раскроем окно. А, не нравится. Не тот дом, по-моему, в котором надо вешать много штор. Хотя обычно я люблю шторы. Большие окна и полузакрытые шторами. Но не здесь. Здесь мне очень нравится наш... вид дома изнутри, снаружи, в принципе, что в нем присутствует. Классный домик. Классный. А еще, ребятки, выходные в Sims подходят к концу, так же, как и этот эпизод. Сегодня мы побыли в парке, выполнили некоторые задачи, Аня теперь творчески одаренная, и... Ты куда? Еще еда? Ты же только что... А, это плохая еда. Уйо. Так вот, у нас теперь творчески одаренная Аня, и в следующей неделе... Опять в школу, да прокачаем ее школьные оценки, ее достоинства характера, некоторые из навыков, но это все чуть позже. А сейчас я прощаюсь. До скорого, давайте, жду вас в следующем видео. Пока.